На курорте до конца сегодняшних суток пройдут ливни с усилением ветра до 20 метров в секунду. Возможны резкие подъемы уровня рек, схода сели и оползни. А в горах выше 1100 метров над уровнем моря лавина опасна. В целях предупреждения и ликвидации последствий возможных подтоплений решением комиссии по ЧС повышенной готовности находятся все городские службы. В круглосуточном дежурстве находятся руководители районных администраций. Сотрудники УВД, МЧС и Кубань-Спас проводят информационное оповещение населения. Мы обращаем внимание Адлера на, в первую очередь, на Мирный, на реку Херота, на реку Кепша. Обращаем внимание на дорожников. Задача одна. Это первое – мониторить, при необходимости принимать меры. И главное – это спасение людей, если понадобится. Главное. То есть при любой ситуации людей нужно эвакуировать в безопасное место. Особый контроль также ведется за реками Кудепста, Ира и Западный Дагомыс. Одним из важных пунктов заседания комиссии по ЧС было озвучено не только наличие необходимой техники, но и необходимость расчистки систем ливневой канализации. Убирать мусор из ливневок должны представители управляющих компаний, ТСЖ и других форм управления совместно с муниципальным предприятием «Водосток». Кроме того, следить за ситуацией необходимо и на дорогах. Вовремя остановить движение, вовремя сделать двустороннее движение. Диверсивное движение. Это у нас стало в последнее время получаться, но этот раз, если бы не администрация администрации района, опять бы тонули. Во время действия штормового предупреждения бдительными должны быть и сочинцы. По возможности нужно отказываться от личного транспорта и пользоваться общественным. А вот руководителям и отдыхающим горнолыжных курортов следует проявить особую осторожность вплоть до 4 декабря. Возможны сходы лавин. В случае возникновения происшествия напомнили всем собравшимся, нужно звонить с мобильного 010. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.